Ой, по деревне я пройдёся 99 раз. Да неужели сотый раз никто по морде мне не даст? Ой! Музыка готовить куда веселее и интереснее. Друзья, всем привет! Вы на канале «Готовь вместе с Томском». И сегодня мы будем готовить горячие бутерброды. Вкусные, простые. Их готовить всего 5 минут. Но перед тем, как начнем готовить, я вам расскажу то, что нам понадобится. Нам понадобится свеженький батон нарезной, 2 куриных яйца, помидоры, свежая зелень, майонезик. Но тот, кто следит за питанием и не кушает майонезик, можно заменить сметанкой. Будет тоже очень вкусно. Также нам понадобится еще сырочек. Сыр я натер. Добавляем сырочек. Вот так вот, можно не весь. Хорошо. Теперь добавляем майонезик. Очень просто. Очень быстро. И очень вкусно. И разобьем одно яйцо пока что. Я думаю, что для такого количества нам будет достаточно. Разбиваем одно яйцо куриное. Где мусорка? Вот она. Замешиваем. Так. Выкладываем хлебушек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот на мой маленький противень влезают 6 бутербродов. Угу. Мы сейчас порежем помидорку. Обязательно удаляем сердцевинку, плодоножку. Режем помидорку ломтиками, не сильно толстыми, не сильно тонкими, чтобы бутерброды наши получились сочные и вкусные. Кладем по 2 ломтика на каждый ломтик хлебушка. Угу. Так вот, и еще добавим немножко. Вот так. Сверху на каждый бутербродик укладываем сырную массу. Вот, по полной ложечке. О, прелесть какая. Будет вкусно. Так, и последний. Теперь мы наши бутерброды отправляем в духовку. Отправляем туда бутербродики наши. И буквально 2-3 минуты, и они у нас будут готовы. Очень простое блюдо. Вот это запах! Я думаю, что наши бутерброды готовы. Давайте доставать, пробовать. Так. Достаем бутерброды, и ничего себе, какая красота! Какие они пышные, воздушные, наверное, очень вкусные. Но сейчас будем дегустировать. Переместим их в красивую тарелочку. Прелесть. У нас получилось 6 готовых бутербродиков. Самый раз попить чаек, перекусить. Какая красота. Мы наши бутербродики украсим зеленью свежей, укропчиком, можно петрушкой. Какие получились потрясающие бутерброды. Давайте попробуем, оценим на вкус. А то они, может, только красивые с виду, но невкусные. Получилось очень вкусно, друзья. Готовьте с удовольствием. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!